Друзья, всем привет, с вами снова Капанда, и сегодня играем в Roblox на плейсе Social Media Tycoon, короче, какой-то медийный тайкун. Так, хватаем, кто-то, я смотрю, уже друзья у нас с нами. О, здорово. Здорово, дружище, подписчик мой, тебе привет, поздравляю, ты попал в видео. Все, я захапал этот тайкун и будем начинать. Ага, построить стоит 0, хлобысь, строим, конечно, наш первый дроппер, ага, и он с кнопкой, нужно, короче, жмякать. Что он будет производить, а? Какие-то кнопки, может, медийные? Ага, квадраты медийные он производит. Так, где у нас деньги? Куда там копятся? У нас ноль. Надо, короче, значит, получается, их будет там собирать, да? Ну-ка, глянем, сколько там накопилось. Так, тоже бесплатный, что ли, стоит? Блин, надо было сразу два ставить. А, ну он... А, смотрите, дружище, он мне помогает, жмякает тоже. Да? А, точно, он жмякает, помогает. Так, а где деньги? Где собрать все нам? Так, это этаж, это не туда. А, вот лавандос наш. 400 монет. Хоп. Собираем. Собираем. Так, можно построить будет за 65. Окей. За 200 тоже окей. У меня осталось 125, нужно еще. Давай, блин, хорошо так в 2К работает. Все, дружище, давай ты будешь здесь стоять жмякать, а я буду бабос собирать. И будем строить новых дропперов. Окей, собираем, у нас почти 300, 300 есть. Так, за 240, а здесь за сколько можно? Так, апгрейживатель за 105, нормуль за 105 покупаем. О, он теперь будет их апгрейживать. Куда мой работник убежал? Работник убежал, пожмякал и все, уволился что ли? Придется тебе самому жмякать. Ладно, давайте наберем где-нибудь, сколько у нас там? Отсюда видать, нет? Не, отсюда мне не видать. Сколько там, сколько монет у нас натыкалось. Ну-ка, если не тыкать. Да вон они нормальные, так уже производятся. А, смотрите, когда она проходит, она становится в оранжевую превращается. Прикольно. Типа апгрейдилась, была желтой, такая светлая, стала темно, ну, потемнее, типа оранжевенькой. О, 1000 уже есть. 1000 хватаем. И за 400 давайте жмякнем еще одного. Ой-ой-ой, я куда-то наступил. А, еще апгрейживатель я взял один. И 600. Нет, за 600 нету. Зато на тервон голубые превращаются. Так, а сколько денег у нас? 800 есть. 800 это окей. И как раз еще один купим за 600. Ба, какой-нибудь, каким он цветом? Где? Какой-то белый, что ли? Эй, да он же белый. Эй. А, вот же у нас эти снапчатики, да? Это же снапчат, по-моему, да? Точно. Social media, вот он получается. Тут всякие будут Instagram и YouTube, наверное. Так, маленько еще пожмякаем. Пожмякали. И лавандос почти... О, стены за 15. Стены за 15, это хорошо. Ну-ка, давайте купим. Какие-то стены, какой-то бордюр появился. Ой, это что, за морда? Здрасте. Я человек Зефир. Точнее, панда Зефир. Такая кривая башка, ёлы-палы. Хочу другую. Так, за 100 давайте еще стены. О, вот другое дело. Стены уже появились, это хорошо. Стены это круто. Так, это что у нас? 1600. Конвейер, чтобы апгрейдить. Давайте апгрейдим, давайте глянем, что изменится. Бум. Ага, короче, теперь отсюда еще тоже будет что-то течь. Так, а здесь что? Не вижу. 2400, мега-дроппер. Мега-снэп-дроппер. Так, 2400, сколько у нас денег? 5000, нормуль. Давайте купим его. Не, я хочу сначала вот эту штуку купить. Вот, да, его. Бэм, вау, здоровяк какой. Вау. Блин, я такой смешной в этой штуке, блин. Какое-то ведро на голове. Точно, ведро. Какое-то ведро. Все, теперь он отсюда тоже большие штуки выкакивает свои. Так. Это что, этажи? Еще один дроппер. Ну-ка, хлобысь. Все, еще один здоровый дроппер у нас. Все, мы тут все нет купили. Так, с этой стороны все куплено. А это что такое? Эй. Что за ванночка? Так, а тут сколько всего? Так, еще один конвейер. Так, 3200. А у меня 1700 денег не хватает. Так, ну-ка, квадратная башка, побежали покупать. Вау, 8 косарей, это хорошо, это очень хорошо. Ну-ка, давайте покупаем еще один конвейер. Бэм. Ю-ху, еще один конвейер. Так, а тут дропперы есть у нас, да.
Так, вот покупаем дроппер и покупаем. Так. Это апгрейживатель. А где еще дропперы? Здесь еще апгрейд. Что-то тут куча всего апгрейживать можно вообще. Ну давайте эту штуку купим. И еще вот эту 2700 не хватает. Так. Боксы. Че тут только нету? Ёлы-палы. Так, что у нас по деньгам? Я хочу уже что-нибудь купить. Так, это lights, это освещение. Ну-ка, бум. А, фонари купили. О, фонарики. Ага, прикольно. А с этой стороны что можно купить? 400. Тоже чуть выше построили еще. Так, а больше ничего нету. Вау, это что, такие дома, что ли, здоровые? Как туда залезть, а? Я хочу тоже такой дом себе построить. Небоскребище здоровый какой-то. Ладно, окей. Собираем деньги. Сейчас и построим тоже небоскреб. Вон у нас голова недаром такая умная, да? Круглая головешка. Так, покупаем что еще? Давайте за 2700 еще. Мега снапчат апгрейдер. Бэм. Где он? Появился-то у нас. Я что-то даже не заметил, где он появился. Вот этот, что ли, появился? Ладно, хорошо. И за 3000. Вау, еще один здоровый дроппер. Нет, обычный. Вон они здоровые. Не-не-не, да, это обычный. Так, я что-то опять купил. Я и здесь освещение купил. Короче, оно везде теперь светится, освещается и подсвечивается. Так, денег осталось 11 тысяч. Покупаем еще дроппер. И за 3700 апгрейживатель. Все, огонь. Вроде все есть. Давайте еще конвейер один купим. И с этой стороны. И тут еще две. Так, а я кто-то меч достал. Ну-ка спрячь, ножик спрячь. Вай, хватит драться. Капец, меня разрубили на все кусочки. Я тебя в гости пустил, а ты меня рубаешь. Нечестно. Так, мне надо тоже что-нибудь купить, чтобы защищаться-то, а? Так, это что, второй этаж? Это, на второй этаж. Покупаем. Нет, давайте второй этаж пока мы покупать не будем. Мы пока не купим... О, iPhone дисплей. iPhone дисплей за 4000 есть. Нет, давайте купим дропперов еще. Раз дроппер. Два дроппер. И еще два дроппера по 4000. Нам не хватает. Нам нужно еще 4700. О, 4700 прям ровно, смотрите. Все, и за 8000 хлобысь. Две штуки, вау. О, они такие, блин, прикольные. Какие-то как клешни, да, стоят. О, я такой красавчик. Давайте выкакивайтесь и зарабатывайте. Ай, опять дерутся. Спасите, помогите. Ой, что-то купил. Так, мне нужен меч, срочно нужен меч. Надо что-то купить, защищаться. Во-во-во-во, оружие. Ай, куда я залез? Я освещение купил. Нет. Так, тихо. О, меч могу купить уже. Все, меч есть. И теперь держись. Есть, порубали. Не, я отомстил. О, катана за 1900 есть. А мне денег осталось 300. Как мне хорошо, хоть на меч, на топор хватило. Ладно, хватаем 12 косарей наших и покупаем, что, конвейер еще за 6000. И тут по 4. Раз. И второй. О, не смотрите, третий уровня уже. Здесь такие обычные. Одна клешня торчит, видите? Ха-ха. Друзьяшки, вы видите, одна клешня торчит. А здесь уже две клешни торчат. Эй, дай запрыгнуть. О, с этой стороны две клешни. И здесь две клешни. То есть тут их 8. А здесь уже по 3 клешни. Трипл, видите? Трипл снапчат дроппер. Короче, у нас здесь одни будут снапчаты. Больше нифига, я так понял, не будет. Я думал, может, какие-нибудь там инстаграмы, ВКонтакте, Одноклассники, еще штуки-брюки появятся. Бенч. Все, тройной раз, тройной два. Угу. Нормулика-кули. И что мы еще купить-то можем? Что здесь? Вот какая-то штука еще. Боксы, коробки. Ну, давай, пускай будут коробки. Ящики, нафиг они мне нужны? А, типа прятаться за них. Ага, меня нету. О, у меня катана есть. Ну-ка, давай порубим. Дружище, давай я тебя порублю. Ха-ха-ха, иди сюда. Так, еще второй этаж купили. А на втором этаже есть конвейера? Конвейер 10 тысяч стоит на втором этаже. Вау, дорого, денег нету. И вот туда не буду эти куля скидываться, да? Оп. Вот сюда все у нас скатывается. Вот сюда. Так, и здесь сюда все скатывается. Так, ладно, сколько у нас денег там?
Деньга, деньга, деньга. 25 тысяч наберем сейчас. Нормально, неплохо. 25, 28 тысяч уже. Пошлите покупать на второй этаж. Второй этаж — это очень хорошо. И конвейер за 7 тысяч. Хлобысь. Бам. Нифига себе, дроппер 8 стоит. Ну давайте за 8 возьмем. И осталось 12. И еще за 9. Капец, они такие мелкие. Нет, тут что-то уже шибко дорого покупать. Я пойду чего-нибудь лучше вот здесь куплю. Вон, катана, 1900. 10. Ва. Меч, катана, меч, катана, меч, катана, меч, катана, меч, катана, меч, катана, меч, катана. Катана, ехау. И что там еще? Красная катана 2200 стоит. Давайте купим красную катану. Красную катану покупаем. Бам, 2200. Боу. Так, так, так. Раз, два, три. Раз, два, три. Белая, красная, белая, красная. Мигает. Смотрите, спецэффекты. Мигающая катана у нас. Ха-ха-ха. Прикольно. Так, и что там за 2500 еще какая есть? О, пекаль, что ли? Ну-ка. Пекаль — это хорошо. Во-во-во-во. Где друг? Товарищ, ты где? Ой, он так видно перезаряжается. Где он, где он, где он, где кто-то не стреляет? Нет, никто не стреляет. Опа-на. А, он забежал. О, я попал или не попал? О, ну чуть ничего не снимает. А, нет, чуть-чуть снимает. Товарищ, извини, но мы маленечко тут поиграли. Маленечко пошалили. Как говорится, попрактиковались на тебе. Так, что у нас тут еще есть? Какой-то селфи-стик, что ли? Палка-копалка. Шестая. А, просто бегать с ней. А, с ней стрелять-то нельзя. Здрасте, я на селфи-палке. Так, и что, пружина. Это, наверное, прыгать. Ну-ка. У-ху! О, теперь я точно туда запрыгнул. Угу, 10 раз. Почти запрыгнул. А у нас есть красная катана. Она хорошо рубит. Вай-вай-вай, что-то зависло. Ладно, давайте купим. Что еще на первом этаже? Я хочу на первом этаже все скупить. На первом этаже тут все куплено. Вот, покупаем iPhone дисплей 4000. Бэм. Ха. Вот, 4, 3 iPhone у нас появилось. И освещение опять. Бум. Освещение, прожектора. Все, все куплено. Прожектора, даже ящики есть. Нафиг мне эти ящики, я не знаю зачем. Но пускай, как говорится, будет. Все, все куплено. На первом этаже мы все построили. И все у нас здесь офигенски. Давайте заберем деньги и пойдем наверх. Где деньги? А, все, я собрал 50 тысяч. Я богатей, богатей, богатей. Хотя на эти 50 тысяч, наверное, тут особо ничего не купишь. Давайте апгрейживатель купим. Еще один апгрейживатель. И осталось 30 тысяч за десятку. За 10 тысяч, за 12 тысяч. И мне нужно еще 17 тысяч на апгрейживатель. И еще на конвейер 16. Ва-а-а, денег нужно очень много. Я, наверное, их подкоплю. Подкоплю, подкоплю, подкоплю. И запишем это уже во второй серии. Да, на первую серию пока достаточно. На второй серии мы продолжим, когда здесь у меня будет уже, ну, я не знаю, хотя бы 1100 или 200. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.